Всем привет. Привет. Решил я отправиться в это путешествие с семьей в Гордейку. Три в России, Краснодарский край. 2000 километров. Мне предстояло проехать. Так, едем пока по Мордовской республике. Вспоминаем старые места, по которым мы проезжали. Вот сейчас начнется участок. Так, следующий проблемный участок уже начался в Тамбовской области. Это 720 километров от Чебоксар, где я сломался. Всем привет. Сейчас будет запись. С Кабардинки. Черное море. Моего рассказа. Это практически 2000 километров от моей родины, города Чебоксары, Чувашская республика. Сюжет данного видео хотел посвятить хорошим людям. В данном случае семье, дяде Сереже и его жене Тамаре из деревни Нижние Шибряи Тамбовской области. Это где-то 800 километров от города Чебоксары. По дороге туда, вернее, уже сюда, мы просто сломались. Это было уже около 8 вечера. Уже, можно сказать, глубокий вечер. Уже стемнело. Просто ехала, и просто машина взяла и заглохла. Просто заглохла, представляете? Заглохла. Погас свет. И тупо непонятно было, что делать. Я как бы в определенном образом все-таки давно за рулем, считаю себя даже, можно сказать, профессионалом. Но вот такой случай, ну, открыл капот, посмотрел провода, ремень не порвался, самое главное, клапана не встретились. Что делать? Позвонил Чебоксары, товарищ сказал, посмотри. Может, какой-то датчик там или провод там отсоединился, что-то вылетело. В итоге ничего не получилось, ничего не нашел. И едет машина мимо ВАЗ-2105. Мужчина остановился, вышел, спросил, что случилось. Ну, я говорю, вот, развел руками. Он говорит, может, чем-то помочь. Вышла жена, супруга его. Мне самому 53, ему 57 лет, чуть старше меня. Спросил, я говорю, что делать? Я не знаю, что делать. Электрик нужен, какой-то специалист. Он говорит, ладно, я сейчас тут съезжу, если что, на обратной дороге заеду. В итоге я ему оставил свой контакт, дал свой телефон. Минут через 30 приехали ребята. Соседнего города, населенного пункта, там 5 километров, город Уварово. Сейчас все эти населенные пункты запомнил. Время, смотри, 2:49. Сейчас, ну, остальное в следующем сюжете. Продолжение этой интересной истории. В итоге приехали два товарища, один тоже Сергей. Пытались подключиться, у меня Citroen Berlingo 2004 года, но относительно надежная была машина, все диагностировано перед поездкой, ходовая, и двигатель, и коробка, и так далее. Я даже не знаю, что могло случиться. В итоге попытались они продиагностировать, подключиться через провода, онлайн там и так далее, ничего не выходило. Онлайн они соединились, но показала ошибка в системе подачи электроэнергии на форсунке. Потом они развели руками. Ну, что делать? Надо ждать утра. Дали телефон еще одного Сергея Суварова. Вот, говорит, специалист хороший. Завтра с утра разберемся. А в это время уже старший Сережа, Сергей, вместе со своей супругой зацепили меня на веревку и подтащили к своему дому. А у меня же семья. Я семья, жена, дети, двое детей.
Собака маленькая, чухова бежит. Поселили к себе, накормили нас, спать уложили. Гра по 50 Тамбовского. С погоды бабахнули, было вообще все шикарно. Утром проснулись. Он меня утащил в Уварово, оставил около сервиса. К этому сервису должен был подъехать Сергей. Приехал Сергей. Ну, все разобрал, все перебрал. И электрический вот этот блок разобрал. Уже время, уже второй час дня. Ну, вспомнили, что безнадега, машину надо оставлять. Я уже позвонил тестю. Тесть уже в нашем направлении ехал. Ну, такая была проблема, что машину надо было оставить около его дома, а возле дома мест не было. Я ему сказал, давай до вечера подожди, до часов, до шести. Созвонимся, и ты машину каким-то образом притащишь. Я говорю, ладно, не вопрос. Я спросил, где кафе. Он говорит, кафе находится в 300 метрах. Он уехал. И я перед тем, как пойти в кафе, все-таки попробовал завести машину. Представляете, я сел в машину, и машина завелась. Завелась. Я был в шоке. И в шоке от радости, что машина завелась. И после того, как машина завелась, она работала. Я покачал коробку передач. Коробку передач. Ну, в кулисе есть такое переключение передач. И машина заглохла. Я понял, что причина какая-то связанная с коробкой передач. Контакт, может быть, там и так далее. Сейчас продолжение будет, третья часть. Открываю капот, смотрю на коробку. Кстати, машину завел опять. Открываю капот, смотрю на коробку. Ну, там вдали, там фильтр надо было снять и так далее. Все-таки докопался до коробки. И смотрю, у меня провод массовый отошел. А еще Серега, который ковырялся. Как так? Смотри, у тебя на форсунке идет не 12 вольт, а 10. На форсунке и на свет тоже идет. Еще на какие-то там необходимые какой-то на блок управления идет тоже 12 вольт. Странно. Все, я тут же вызвонил Сереге. Серега приехал, тут же мне все обмотал, перемотал. Еще пару проводков там он заизолировал. Все, машина завелась. Все, я был вроде несчастлив. Счастлив. Звонил старшему Сергею, говорю, все, денег дам. С этим рассчитался с водителем, с Сергеем электриком. Местный Тамбовский Серега ни копейки ничего не взял. Докормил, напоил там в дорогу. Огурцов дал, хлеба там, сало там, все. И я счастливо уехал. Сейчас отдыхаю. На обратном пути обязательно заеду. Сейчас тут куплю венца местного Тамбовского, арбузов там, гостинцев, ракушки там. Я, говорит, никогда не был на море. Все, вот такая история со мной приключилась. В России все-таки есть хорошие люди. Всем мира, добра. Помогайте людям. Продолжение следует. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.